Документальный цикл творческой группы «Дети солнца» выиграл всероссийский конкурс для журналистов «Моя деревня» в номинации «Блоги». Это конкурс на лучшее освещение в СМИ особенностей социокультурного, экономического и демографического развития сельских территорий страны. Всего поступило более 500 работ из 74 регионов. Проект творческой группы «Дети солнца» рассказывает о жизни одного наслега, о его ярких представителях. Помимо этого, творческая группа начала снимать социальные ролики. Параллельно мы стараемся собирать фольклор. Вот. Ну, вообще преследуем некие этнографические цели и задачи перед собой такие ставим. Вот. И ну, прежде всего, конечно, в этом цикле важен человек. Вот. Это рассказ о людях, о том, как они живут, чем заняты и так далее. На сегодняшний день снято уже 8 фильмов. Недавно совершенно неожиданно пришло оповещение от организаторов конкурса от организаторов всероссийского конкурса «Моя деревня». Вот. Мы, конечно, очень удивились, что выиграли в этом конкурсе. Ну, было как бы очень приятно.